event tonight. مرحبا بكم في بلادكم تونس، بلادكم الثانية. شيء انتم هي أرض تونسية لكن احنا في قلب روسيا. Добро пожаловать в вашу страну, в вашу вторую страну, Тунис. Мы знаем, что мы находимся в Российской Федерации, но здесь мы находимся, в частности, на территории Туниса. نتشرف الليلة باش نستقبلكم ونقدم لكم أكبر عازف بيانو في العالم اللي هو يوري روزوم، هو روسي لكن يبقى جنسية عالمية في الموسيقى وفي الفن بصفة عامة. Я имею честь сегодня вас пригласить на данное мероприятие. Я знаю, что будет у нас сегодня концерт господина Юрия Розума, который является не только пианистом России, но и международным пианистом. قبل ما نكمل تقديمه نحب نقول له يتفضل ويستنى تصفيقكم أول ما يدخل. И до того, как закончить представление Юрия, я хотел бы его пригласить сюда, чтобы ему предоставили аплодисменты. العالمي والكبير يوري روزوم والصديق قبل كل شيء هو من أكبر العازفين بيانو في العالم. международный пианист Юрий Розум является одним из самых больших пианистов в всем мире. وهو من يفتتح مهرجان تونس روسيا للموسيقى والثقافة، وهذه أول تظاهرة تصير هنا في دار تونس. Он также будет делать открытие международного фестиваля Тунис-Россия, который впервые будет проходить. شرف كبير للسفارة التونسية أنها تبدأ نشاطها بأكبر عازف بيانو في العالم. Большая честь для посольства Туниса, чтобы самый большой пианист в мире сыграл в нашем посольстве. وقبل ما نبدأ نحكي على يوري روزوم حبيت نحكي عليكم. أنا شرف كبير باش يكون عندي ضيوف من أعلى مستوى على رأسهم سعادة سفير المغرب وحرمه. До того, как сказать пару слов о господине Юрии, я хотел бы вас еще для нас поприветствовать и сказать, что для меня большая честь, что вы сегодня с нами присутствуете, а также хотел приветствовать чрезвычайно полномочного посла Марокко и его супруги. عندنا صديقي العزيز جورج رجل الأعمال واللي يبقى هو أخ وصديق قبل كل شيء. А также моего очень хорошего друга, бизнесмена господина Жоржа, который все же остается одним из самых лучших моих друзей. وتشرف كذلك برجال ثقافة ورجال علوم هنا من الجامعات الروسية ورجال الأعمال الموجودين معنا اليوم. Также хочу поприветствовать всех остальных наших гостей, людей из области науки, из области культуры и всех остальных наших приглашенных. وما ننساش الإعلام والصحافة اللي يبقوا هما حجرة الزاوية في عمل كل دبلوماسي. И, конечно, нельзя не сказать пару слов об наших приглашенных из области СМИ, которые являются краеугольным камнем в работе каждого дипломата. ما نطولش عليكم لأنه الفكرة فكرة التعاون الثقافي الروسي التونسي كانت انطلقت من شخص كبير اللي اليوم غايب ويعتذر، اللي هو مهدي الدوس صاحب مطعم لاماري اللي كلكم تعرفوه، واللي هو يبقى من أكثر الناس المشجعين للثقافة. Конечно, культурное сотрудничество между Россией и Тунисом все начинается. И один из самых важных
участников данной сферы является господин Менди Туз, который владеет ресторанами «Ла Маре», но который, к сожалению, сегодня нет с нами. ما ننساش اللي كذلك هنا معانا اليوم مراج الدين ووجه له التحية لأنه الدين لا يتعارض مع الفن والثقافة في العالم وهذا هو التعايش الذي يخلينا في تعايش الشعوب كذلك. Также хочу поприветствовать представителя религии, который с нами тоже сегодня присутствует. Также хочу подчеркнуть, что религия, конечно, очень важна в нашей жизни и цивилизации, и сотрудничество самих народов важно. Уважаю шукр хас للفنان الكبير يوري روزوم لأنه قبل بش يكون معنا الليلة وبش يكون تحت تصرفنا حتى يبدأ في مهرجان كبير هو مهرجان التعاون الثقافي التونسي الروسي. Еще один раз хочу поблагодарить господина Юрия за его участие сегодня в нашем мероприятии, который является одним из самых важных и начинающих. И следующее, надеюсь, его участие будет в фестивале в рамках культурного сотрудничества между Тунисом и Россией. البداية تكون انطلاقا من حفلة الليلة لكن هناك حفلات أخرى في تونس سيقيمها الفنان الكبير يوري روزوم وفنانين روس آخرين وكذلك فنانين من تونس في روسيا. Начало данного мероприятия, конечно, будет в России, но я вас уверяю, что будет множество других мероприятий, связанных с культурой. Также артисты тунисские будут участвовать здесь и в России. И, конечно, наш фестиваль. Думаю, я طلت عليكم مش باش نواصل نخلي الكلمة للفنان الكبير والصديق يوري روزوم ونوجه له شكر خاص ونطلب منكم تصفيق عليه. Хотел бы предоставить слово большому пианисту Юрию, который сказал бы вступительное слово. Спасибо. Дорогие друзья, мне действительно очень приятно открывать наш только что рождающийся фестиваль. Собственно, идея пришла нам совсем недавно. Трем создателям этого фестиваля, господин посол, Менди Туз и ваш покорный слуга, мы рассуждали о том, что уже много концертов сыграно в Тунисе, но это все можно оформить в целое движение, чтобы это не было, не была серия разрозненных концертов, а чтобы была какая-то в этом идея. И идея какая? Силами культуры, в частности музыки, еще больше сблизить наши государства, которые, в общем-то, уже исторически очень близки. Будете переводить или не надо? Я могу подвести. Главное, господин посол понимает. Этот наш посол тоже понимает. Так вот, я вижу этот фестиваль как творческий обмен, и не только между исполнителями, конечно, между педагогами, между различными исполнительскими школами. И для меня очень важная тема, как вы знаете, это еще творческая помощь, поддержка одаренным детям, как в России, так и в Тунисе. У меня уже 4 благотворительных фонда по России и Беларуси, которые поддерживают сотни талантливых детей, и мне бы очень хотелось, чтобы о них узнали в Тунисе, чтобы их услышали в Тунисе. А нам, в свою очередь, будет очень интересно послушать ребят из Туниса и, может быть, дать мастер-класс. И, конечно, пригласить их тоже сюда для творческого обмена. Для детей очень важно встречаться,
вместе музицировать, слушать, делиться опытом, делиться впечатлениями, они очень растут. Thank you.
permission to say something? Or I can say what you say. I have one friend. I can't speak in your room. I can. My dear friends, I have one special present to. Да. Большое спасибо за прекрасный вечер, за спасибо. Вашу чудесную музыку. Мы были просто все впечатлены, скажем так, как вы играете. Я уже не первый раз на вашем концерте, который проводится, скажем так, в посольстве Туниса. Очень приятно. Я хотела бы вручить наш журнал, и мы с удовольствием бы осветили на страницах журнала, на всех интернет-площадках ваше будущее мероприятие по, скажем так, по культурному обмену между Россией и Тунисом. То есть мы всегда готовы. То есть если вы пригласите нас, то мы с удовольствием поддержим, скажем так, информационно ваше мероприятие. Отлично. И будем рады сотрудничеству. У нас много всяких событий происходит, начиная с сентября. И на весь год фестиваль, ну тот фестиваль, конечно, который мы сейчас создали. Да, да. Фонда Розума находится в распоряжении осенний фестиваль и множество всяких акций благотворительных нижних. Так что я сам играю, и мои коллеги, друзья фонда. И, конечно, я там одаренные дети это страны, точно. И о них нужно и поговорить, и показать, это замечательно. Спасибо. Спасибо большое. То есть я хочу вам отдать вам мою визиточку, если можно. Спасибо. Вашу. Да, сейчас сделаем. Да, да. Мы готовы продвигать направление Туниса. Для этого есть все основания. Я думаю, что сколько я там появлялся, сколько я там играл, такое отношение, такие замечательные были впечатления и такой прием. Что я знал, что я делаю, предлагаю вот этот фестиваль. Отлично. И я уверен, что он найдет отклик поддержит. Да. Спасибо. Спасибо. Всего самого лучшего. Да. Всего доброго. Да. До свидания.